Итак, почетные гости и уважаемые лица, организаторы делают это символическое вбрасывание. Все, аплодисменты, поехали! Пора уже и поиграть в хоккей, друзья, не правда ли? Спасибо нашим почетным гостям. А сейчас... Итак, вбрасывание. Очень важно выиграть в большинстве. Вбрасывание, да, выиграли хоккеисты НМХЛ. Гуров на вершине играет на край. Получает обратно, возврат обратно. Под ворота. Ой-ой-ой, можно забивать. Гол! Данила Попов открывает счет, реализует численное преимущество своей команды. 1-0. Сборная национальной молодежной хоккейной лиги выходит вперед. И Юрий Владимирович Кузнецов очень доволен. Улыбка на его лице. Поздравляет он своих подопечных. СХЛ. И большинство получает сборная национальной молодежной хоккейной лиги. Хороший контроль шайбы от Попова. Попов, праворукий технарь, играет на Гурова. Гуров на Попова. Попов. Неплохо, но перехват. Работают защитники и нападающие. СХЛ не дают выйти на ударную позицию. Но шайбу под контроль вновь берут хоккеисты. НМХЛ, момент какой, надо забивать. Великолепная передача от Наиля Кантеева. И гол. Вот это да. Фантастический момент. И 2-0. НМХЛ увеличивает разницу в счете. Классная комбинация. Правил, настоящий мужицкий хоккей. Ой-ой-ёшеньки-ё-ё. Это Козыркин. А по-моему, было все по правилам. Кстати, подкатился классно. И по хоккейному убил, да, как называется, Ивана Громова. Громов опустил голову. Этого нельзя делать в хоккее. И Козыркин подкатился, и голова Громова оказалась на уровне пояса шестого номера Кирилла Козыркина. Ой-ой-ой, разбит нос у 99-го номера Ивана Громова. Терпит он, течет кровь. Судьи сейчас совещаются, и вопрос, сколько они дадут. Все-таки решили интерпретировать как атака в голову. И Кирилла Козыркина отправляют до конца. И сейчас скамейка в пару метров НМХЛ. От меня говорят, молодчики, молодцы, парни, парни. И Кузнецов, и другие тренеры команды, и Меляков, и Кольцов поддерживают. Ой-ой-ой, гол! Вот так вот, поддерживай, не поддерживай, а студенты не сдаются. И не только они живут в общежитии, питаются по талонам, и не только на них девочки ходят болеть. Студенты еще умеют играть в хоккей. Прошу режиссера трансляции врубить повтор. Так как в этой динамике эпизода я не узрел, кто явился у нас автором забитой шайбы. Давайте на повторчике разберем. Скидка в центр, бросок, гол, да. Без рикошета, бросок скоро прошел. И гол забил, похоже, Андрей Коновалов. Но в рамках правила это выход 2 в 1. Можно бросать. Нет, на дальнюю, на пустые. Гол! Нет, да! Фантастические эмоции на трибунах. Что творится? Что творится? И 3-1. Сборная национальная молодежной хоккейной лиги выходит вперед и забивает гол. Вот это да! Классная атака, классная передача. Передача вновь через брос. Ой-ой-ой! Это курьез, друзья, это курьез. И это курьез. Бросал, набрасывал на ворота Игнат Сергеев. Попрошу я Алексея Артемова, автора заброшенной шайбы, нам привести. Главный повтор показать. Просто курьезнейший гол. Наброс на ворота. Казалось бы, ничего не предвещало. И настолько даже, да, это мы видим, да, было резко, что еле-еле оператор успела подмать. Ой, Каретина попадает соперника, ой, неудачно бросил. Один из лидеров команды, Дамир Каретинов, но исправился.
не дал сразу забить гол. Опасный гол! Павел Пашковский, хоккеист местного НХК. Что сейчас творится на трибунах? Что творится на трибунах? Ведь местный хоккеист Павел Пашковский забивает гол. И, как мы говорили, Павла теперь будет не поймать. В новомосковские плакаты герой похлеще Юрия Гагарина. Но сейчас будет самое, наверное, приятное. Это вручение этого кубка. Кубка поколения. Поколение Next. Поколение хоккея. Вот мы видим в синем свитере спортивный директор снимает с близкого плана. Возможно, ждет его большое операторское будущее. Будет снимать он кино про хоккей. Но у нас капитан команды, лучший игрок матча Наиль Кантеев получает кубок из рук Владимира. У Владимировича Юрдинова, заслуженного тренера. Конечно же, игрока, великолепного мэтра, учителя, папы хоккейного. Кантеев покатил команде. Какие эмоции! Чуть ли не слезы на глазах у тренеров команды. На трибунах точно все рыдают. Рыдают организаторы. Папы обнимают мам. Одни от счастья. СХЛ из-за поражения. Но это был настоящий праздник хоккея, друзья. Это было хоккейное счастье.